Сидели на студии, молились, читали Библию. Вот к нам ворвалась полиция, начали без ордера обыскивать ящики. Начали все переворачивать, начали отбирать паспорта, начали угрожать нам, забрали телефоны. Потом они отвезли нас, короче, на допрос, допрашивали нас, там расспрашивали, брали отпечатки пальцев. Было ощущение, как будто мы какие-то преступники, хотя мы не сделали ничего плохого, мы делаем только добрые дела. Ох уж эти подростки, как они любят все преувеличивать, а то попросту выдумывать. Этот рассказ больше похож на мастерский розыгрыш на день рождения, например. Но нет. Как бы ни было печально, все это правда. Давайте разберемся в этой истории подробнее. 18 октября, во время того, как проводилось молодежное собрание, да, это было где-то около 17 часов вечера, залетели сотрудники полиции с разных ведомств. И они в буквальном смысле устроили там непонятно что. Они переворачивали ящики, забрали паспорта у ребят и не отдавали им, да. Они убрали телефон, забрали, сказали не пользоваться телефонами, сказали отложите их, ничего не снимайте, ничего там не звоните. Вот после всех увезли в отделение. Там они некоторым ребятам в буквальном смысле взяли отпечатки пальцев, всех опрашивали, задавали разные вопросы, связанные с их верою, там, о крещении, о десятинах, ну, в общем, всякие такие вопросы. Среди этих ребят молодых были девушки молодые. Молодой человек, одному было 15 лет, он туда пришел с согласия мамы, в эту группу на богослужение, ему нравилось там. И вот такое в их присутствии произошло. А произошло, конечно, вопиющее. Это обыск, по сути, это незаконное задержание, никто не представлялся, унижали, грозили подбросить наркотики, подбросить экстремистскую литературу, если будут себя неправильно вести. Это вот как? Это вот как понимать? Это что за правоохранительные органы такие, которых люди должны бояться? Не идти к ним за защитой, да, когда их права нарушаются? Я скажу, что в советское даже время, а я застал это время, когда было атеистическое государство, и оно боролось с религией, и тогда все равно была видимость законности. Да, закрывали церкви, да, унижали верующих, но не до такой степени, как это сейчас цинично делается. Да? В Конституции мы гарантируем свободу совести. Со всех телевизоров, с экранов мы смотрим, что Россия процветающее, светское, правовое, социальное государство, а по факту получается просто беспредел. Я полагаю, что сейчас ситуация разворачивается в определенную сторону. Попытка спецслужб объясниться и наша попытка понять, что это было. Я полагаю, что это дело не будет нами оставлено без дальнейшего внимания. На мое имя сейчас будет написано письмо, как на члена Общественной палаты Российской Федерации и члена Совета при президенте. И мы внимательно посмотрим, насколько были нарушены права верующих, насколько соблюдается в отдельно взятом городе Московской области такое удивительное слово, как «свобода совести». Мы такие случаи будем придавать широкой огласке. Эти случаи нужно делать публичными максимально, обращения писать сразу же в соответствующие структуры, обжаловать такие действия обязательно, не нужно молчать об этом, нужно обжаловать эти действия и в суд, и в вышестоящие инстанции, более того, информировать об этом Общественную палату, Комиссию по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, информировать об этом Совет по правам человека, Уполномоченного по правам человека, обязательно об этих фактах нужно сообщать, но, возможно, вот в такой форме будет более доходчиво, и мы намерены это все говорить об этом публично. Для этого существует наш проект Института верховенства права, статья 28, куда можно сообщать свои нарушения, статья 28.рф, да, веб-сайт, на который продолжает поступать обращения, и мы стараемся на них оперативно реагировать, в том числе и ситуация в Орехово-Зуево. К сожалению, приходится констатировать, что это не первый случай подобного отношения к верующим в Московской области со стороны правоохранительных органов. Мы и в дальнейшем будем информировать вас о развитии этого дела. Информационное бюро «Спектр» Орехово-Зуево.